Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в солнечной Анапе, GMT. Сегодня мы находимся на Песчаной 16А, отель на Песчаной 16А. Так и называется, дорогие друзья. До моря 200 метров, максимум 5 минут вы будете идти. Рядышком есть столовая, ну и здесь вам входит уже в ваш отдых снэк-завтраки. То есть позавтракали и довольные пошли на море. Отдых здесь начинается от 500 рублей с человека. Хорошо звучит. По фасаду у нас имеются парковочные места. Там 4 где-то машинки становятся. Вот эти здесь рядышком есть парковка 200 рублей с машинки. И рядышком с пятерочкой имеется парковка 300 рублей с машины. Здесь парковочные места бесплатно. Территория закрытая. То сюда никто не выскочит и никто не зайдет. Бассейн представлен на территории вот таким вот каркасником. Ну, 200 метров до моря, ребят. Чисто так, как говорится, чтобы, если что, деткам освежиться и усилиться. Все. Есть возможность помыть ручки. Также есть многомоечка. Здесь имеется детский вот такой комплекс с батутом. Горка. На улице имеются столики. В основном это для первого этажа, потому что на остальных есть свои балконы. Сверху можете видеть, как все красиво заплетено таким вот вьюном. И имеется своя кухня. Снэк-завтрак на общей кухне с 8 до 9 утра. Смотрим на кухоньку. Есть микроволновка, даже тостер, термопод стоит большущий, газовая плита, стол, общий холодильник для хранения еды. Ну, в GMT тут столько столовок, столько всего, что, я думаю, особо это может и не понадобится, но возможность есть. Здесь есть еще одна такая скамеечка, и пойдемте смотреть на возможные варианты размещения. Начнем от самого дорогого и закончим самым бюджетным. Все как всегда. Заходим на ресепшн. Здравствуйте. Здравствуйте. Я администратор Татьяна. Приезжайте к нам в гости. Будет уютно и все по-домашнему. На этажах есть гладильные доски, кресло, чтобы посидеть. То есть, ну, действительно, не в одном месте. То есть, вот такие зоны отдыха имеются. В данный момент времени мы смотрим с вами номер двухкомнатный с кухней. Стоимость размещения здесь 4 человек 3800 рублей. Если доставить доп. Место, еще 400 рублей доплаты. То есть, 4200 будет стоить. Сплит-система. Телевизор. Вот такой вот уютный прям столик. Красиво смотрится для того, чтобы девочки наши могли накраситься. Здесь двухспальная кроватка. Посмотрим санузел. Вот в таких вот цветах прям очень интересно это все выглядит. Девочки, если вам нужен фен, попросили, вам его предоставят. Смотрим вторую комнату. Здесь можете увидеть столик. Откидно так ставится, стульчик, чтобы сесть за него. Продумано так все. Рабочая поверхность с плитой, раковиной, микроволновкой, холодильником, набором посуды. И здесь еще один диванчик раскладывающийся. Также имеется место для хранения вещей. Выглядит внутри оно вот так. Диванчик разложили и спим. Также есть телевизор и еще одна сплит-система. То есть в каждой комнате можно будет установить свой собственный климат. Мы посмотрим двухкомнатный также номер. Снять на четверых его можно за 3500. Он без кухни, но есть возможность также доп. Места будет 3900. Входная группа у нас здесь имеется место для хранения с зеркалом. Выглядит внутри оно вот так. Рядышком здесь есть санузел. В санузле унитаз, душевая кабинка. Очень симпатично смотрится. Зеркало, раковина. Все, что вам надо, есть. Теперь смотрим саму комнату. Двухспальная кроватка, столик, который можно передвигать на колесиках. Есть стол стационарный, набор посуды, холодильник, телевизор, сплит-система. Еще одна комната, они закрываются между собой, то есть вы их можете разделить. Здесь также двухспальная кровать, две тумбочки, телевизор. Выглядит комната в обратную сторону. Цены озвучены, идем в следующий номер. Мы поднимаемся на этаж выше. Здесь, видите, как я вам говорил, места для отдыха. Также есть на этаже гладильная доска. Здесь на каждом этаже имеется вот такая вот зона отдыха для тех номеров. То есть их всего 4 на этаже. И 4 столика со стульчиками стоят. Место для того, чтобы посушить ваши вещи. Пожалуйста, еще есть уютные диванчики. И вот такой вот вид сверху. То есть зелень. Красота, простор. Вот за этими гостиницами находится уже море. Здесь прям честно ощущается аромат моря. У нас сегодня южный ветер, небольшой такой бриз поддувает. И шикарные просто эмоции будут вызываться у вас, если вы здесь будете отдыхать чашечкой кофе. Красота. Номер у нас двухместно-трехместный. На входе у нас есть такое вот место для хранения. Вещи, где можно повесить ваши. И тумбочка-обувница. Внутри выглядит вот так вот, с плечиками до одеялками. Есть еще одна тумбочка, зеркальце. Смотрите, размещение. Двухспальная кровать, холодильник с набором посуды, телевизор, сплит-система. И есть вот такое раскладывающееся кресло. Если вы берете двухместный этот номер, стоимость 2400. Если берете с допом, то есть втроем приезжаете, будет
стоит 2800. Также за каждым окошком имеется возможность посушить вещи. Вот такие вот сушилки. Санузел в таком формате. Красивая такая мозаичная плитка. Душевая кабинка, раковина и зеркальце. По 500 рублей спрашивали. Отвечаем. Есть вот такой вот эконом номер. Без удобств. На четверых. И стоимость его 2000 рублей. Сплит-система есть. Холодильник есть. Телевизор есть. Зеркальце. Место для хранения выглядит вот так. Даже свой передвижной столик. Пожалуйста, GMT 200 метров до моря и по 500 рублей. Июль. Сегодня 6. Если вдруг выключат свет, то, пожалуйста, есть генератор. Удобство для этого номера. Пожалуйста, раковина. Здесь душ и туалет. На два номера эконом, который здесь есть в гостевом доме. Сейчас уезжали семья, которая здесь, вы видели, в начале ролика сидела за столом. И они отдавали свой отзыв. Спасибо, все хорошо, очень тихо, уютно. И дай бог вам всем такого отдыха. Мы с вами отправляемся на море. Телефоны указаны в названии в описании. Напрямую звоните, бронируйте, приезжайте, отдыхайте. Здравствуйте. Как тебя зовут? Ярослав. Откуда ты к нам приехал? Из села имени Бабушкина. Отлично. Тебе здесь нравится? Да. До моря далеко ходить? Нет. Кушать утром вкусно? Да. Всем привет, пожалуйста. Он так застеснялся, он до этого сидел, такой веселый, клевый. Два гис, ребят, нам рисуют 350 метров, 3 минуты пешочком. От гостевого дома прогуляемся до морешка, посмотрим, что здесь есть интересно. Он говорит, что столовая как бы неплохая, прям через дорогу можно прийти покушать. Ну, на вкус и цвет каждый выбирает что-то свое, здесь спорить нельзя. Здесь через каждые 10 метров новые столовые. С левой стороны у нас Магнит, Пятерочка есть, много тоже столовых шашлычных. Продают весь ассортимент разнообразных вещей. С правой стороны здесь на первом проезде есть столовая B52. И тоже вот рыбка, пиво. Магазинчиков здесь действительно на GMT прям великое количество. Души. С левой стороны фрукты, овощи. Жар-пицца, пиццерия. Здесь есть всякие сладости прям при вас приготовят. И Ромео-кафе. Тоже очень часто люди хвалят. Смотрите, выбор узбекской выпечки и цены. И, пожалуйста, из баранины, шашлык, свинины тоже все есть. Сейчас утро, не обращайте внимания, что в столовой не так уж и много людей, но все уже все работает, и можно так, в спокойном режиме посмотреть на ценники. Это прям очень интересно. Здравствуйте. Можно увидеть, что почем продается. Цены такие прям большие, как для меня. Старались, чтобы на камеру было все видно, дорогие мои друзья. Так вот выглядит подача на раздаче. Утки тоже, что не подписано, там подписано, здесь. То есть, блин, смотришь, вроде бы с утра дома поел, уже кушать хочется. Так, смотрим дальше по ценам. Что? Надеюсь, что вам все видно. Нет, спасибо большое. Я дома покушал, жена хорошо кормит, спасибо. Нас интересуют только цены. Овощи, фрукты, и вот здесь еще есть выбор по кашкам разнообразный. Здравствуйте. Это хорошо. Это хорошо. Ну, шапочка, перчаточки. Что можно плохого сказать? Хорошая работа. И вот такой вот зал, ребята. Совершенно немного места остается, чтобы добраться уже до Черного моря. Дошли уже до улицы Виноградной. А вот здесь очень улыбчивые, приветливые продавщицы на этой столовой. Здравствуйте. У вас это стриптиз? Нет. И одни женщины стоят прям. Кто вам больше понравился, эти мужчины или фрукты? Очень фрукты понравились. Мужчина я, многодетная мать. Поэтому... Будут многодетные отцы? Как бы хорошо. Один есть. Черешня? 170, 130, персики 150, 130, груши 200, помидоры все по 100, огурцы 60. А как картофель? Картошка 50, виноград 180, нектарин 160, абрикос армянский 170, сливы 200, мушмула 500, инжирный персик 250, этот 130 абрикос. Стаканчики? 50, 80, 150. Вот. Ника 250. Я одно скажу. 200 правильно. Груша 250. Девчонки, приходите, мужики уже почти разделись. Отлично. 5 шариков за 100 рублей. Тут рыбка продает, я помню. И рыбка тоже у ребят есть. Ну и пивасик. А что вкуснее? Лимонад.
Лимонад, красавчик. По ценам все спросили, юмор получили, наслаждение тоже у нас есть. Здесь находится Фея 1 и гостевой дом Астон. Луж никаких нету, сука, все, потому что стоит адская жара. Есть здесь комплексные обеды, но у меня, честно, обзор на все столовые в Джимоте есть этот год. Смотрите на канале, ребята, ценники не поднимают. Либо пишите здесь комментарии, где вы кушали. Допустим, столовая Полянка, юбилейная столовая с правой стороны. Они обновились, продукты Пятерочка. Это новая столовая, прям действительно через каждые 5 метров столовая, столовая, столовая. С правой стороны у нас бар, столовая, с левой стороны опять столовая. В этом году в Джимоте прям очень легкий подход к морю людям с колясками и на колясках, потому что здесь вы можете увидеть, что нет никаких подъемов, все прям низко. Еще один магазин с продуктами, там есть пивбарчик с мороженым, здесь кукуруза. Друзья, мы выходим уже на пляжик и можете увидеть, что здесь происходит. Здравствуйте. Прокат лежаков здесь по 300 рублей. Можете взять в аренду, есть переодевалочки. Ребят, нет разницы, где брать лежак. То есть зонтик, лежаки, здесь такая же цена, как и везде. Как здесь классно, ребята. Смотрите, я, наверное, все-таки в это видео сделал лайфхак. То есть мы вышли на центральный пляж, Джимоте. Морюшко у нас прям хорошее. Тоже именно поэтому оно сюда и привлекает. Говорят, что мало людей в гостиницах отдыхают, но лежачки почти все заняты. И здесь тоже можете увидеть количество прям людей на центральном пляже. То есть пройти сложно. Для тех, кто курит, ребята, есть место специально для курения. Мы идем в сторону. Видите, водичка, в принципе, хорошая, но людей много. Пройти надо совсем немного. И вот вам, пожалуйста, встречается уже первое свободное место. То есть самое главное — прогуливаться в сторону, и всегда оно будет. Смотрите, сколько мест на дюнах. Сейчас море отошло, лежаки хотя бы подальше стали. То есть, здравствуйте. Здравствуйте. Сам пришел. От души спасибо. Спасибо большое. От души тоже благодарю. И, ребятки, море здесь тоже, то, что людей поменьше, они его меньше баламутят, то есть будет гораздо чище. Температура воздуха 28 градусов уже. Ну, а если туда еще пройти, то там пляжи будут за вот этой буквально горкой еще свободнее. Даже отсюда я это прекрасно вижу. Thank you.
температура моря почти 25 градусов, 24,9, друзья мои. Все, водичка прогревается, это очень хорошо. В общем, номера телефонов указаны напрямую. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь, получайте максимум удовольствия. Желаю вам всего самого прекрасного и классного. С вами был Юрий Азаровский, жду ваш лайк, чтобы нажали репост, поделились со всеми, и тогда с вами прибудет сила. Ну и надеюсь, что увидимся на Черноморском побережье. Всем пока-пока.